Все чаще и чаще вопрос вакцинации смешивается далеко не с медицинскими уже мировоззрениями, и с политикой, и каким-то с духовным мировоззрением. То есть вот здесь, конечно, хочется обратить внимание, что если бы душе можно было бы этом повредить или исцелить душу с помощью каких-то медицинских средств, то священники, наверное, не проповеди обращались к людям, а со шприцами бы за ними бегали. То есть это вот, -то вот так, такой взгляд, который сейчас в обществе есть, что именно вакцина, там от коронавируса или от чего-то еще, может там повредить душе или каким-то образом изменить самого человека, там, исказить образ Божий в человеке. То есть никоим образом такой взгляд церковью не поддерживается. Я прививку сделал и ничуть не жалею об этом. То есть и все, кого я знаю, мои родные, близкие, тоже как-то совершенно спокойно э, сделали прививку от коронавируса, и никаких-то побочных последствий, изменения их души и тел я как-то не отмечаю. Поэтому я лично отношусь к этому как совершенно к медицинскому вопросу и подхожу с точки зрения, ну, насколько я могу решать вот эти вопросы медицинские. Вот насколько моя компетенция обычного человека без медицинского образования позволяет мне принимать такие решения.